короче, по-разному извинился. Ну, все. Абсолютно все. В России мы дома. Если бы в Украине все деньги шли туда... Здравствуйте, меня зовут Анастасия, провожу опрос. К десятилетию Крымской весны вы могли бы рассказать, как Крым изменился при России? Вы местные жители? Ну, у нас не все 10 лет мы здесь, поэтому не могу сказать. Меняется, во всяком случае, улицы облагораживаются, дороги меняются. А есть какие-то минусы, которые надо исправить? Администрация смотрит, возможно, смогут этот вопрос тоже решить. Настолько подробно не скажу. Не так давно я сюда уже переехала, вернулась тоже. Вы довольны? Довольна. Спасибо. Здравствуйте, провожу соцопрос. Тема «Как Крым изменился при России». Хорошо, хорошо, хорошо изменился. Все, извините, не жалко. Здравствуйте. С наступающим праздником Крымской весны провожу соцопрос «Как Крым изменился при России». Девочка. Вы россияне? Спасибо. Мы местные девушки. Тем более, расскажите про Лушту. Здравствуйте, меня Анастасия зовут. С наступающим праздником Крымской весны. Вы могли бы дать отзыв о Лужте? Нравится ли вам курорт и как он изменился при России? Изменился. Мы не местные, но изменился очень даже хорошо. А есть какие-то нюансы, на которые администрации стоит обратить внимание? Может быть, что-то... Спросите вы. Мы ялтинцы, поэтому мы не... А в Ялте, спросите, в Крыму, как Крым изменился? Крым шикарно. Очень рады. Очень правда. Рады, очень это рады. В самом деле, да. Изменения такие-то вообще просто, просто. Что в Ялте? Что в Ялте изменилось? Да все у нас поменялось. Все, все. Абсолютно все. Дороги, все, инфраструктура, все строят. Скверов сколько у нас понаделали. Всего очень много, очень много. Как вопрос с медициной в Ялте? Вы знаете, пока еще не сильно болею, для меня еще все пока нормально. Ну, конечно, и центр у нас открыли, этот московский, уже он давно. Тоже я даже вот 3 года назад операцию там делала на коленках. Все, вообще все прекрасно. Хорошо, спасибо. Вы, если бы так было, все прекрасно. Спасибо. Здравствуйте, меня Настя зовут, я местная жительница. Провожу соцопрос, если можно, как Крым изменился при России, так празднику десятилетия Крымской весны. Очень хорошо изменился, вы же чувствуете? Площадь, набережная, все возобновлено, то есть все новенькое, все сверкает. Так что нам все нравится. Да просто это неразумные люди. Куда шли? Мы дома, мы дома. Мы в России, мы дома. Всего вам доброго. У вас соцопрос, как Крым изменился при России. Можете рассказать? А, у нас праздник, десятилетие Крымской весны. Как Крым изменился при России? Вы из какого города? Я? Да. Из Донбасса. Так. Вы давно здесь? Здравствуйте. Расскажите, как Крым изменился? На видео снимаю, если можно. Да. По телевизору где показывают? Да. Крым вот так вот. 5 раз, 10 раз лучше, чем при Украине. Да, да. Лучше Крым изменился при России. Прекрасно. Я, например, рада этому. Крым изменилась при России. Могли бы рассказать? Извините. А? Ага. Запрос, как Алушта и Крым изменились при России. Можете сказать? Хорошо. Все очень хорошо. Видите, в этом году, в марте? Очень изменилось. Жизнь прекрасна. Все нравится. Сейчас мы с вами находимся на площади Советской. Почему-то буковки туда убрали, мне кажется, здесь было бы интереснее. Ну, не знаю, может быть, переставить, что-то там переделывать, уж не знаю. Я прожила всю жизнь в Алуште. Уезжала в Москву, возвращалась, но я изначально из Алушты. Вот эта вот часть города, вот здесь вот рядышком дом, улица Пионерская, я там проживала все свое детство. И вот на этот фонтан, он был раньше другой, естественно, здесь был фонтан, я даже приходили с детьми, там купались. В общем, это мое любимое родное место. И я как местная жительница очень переживала, как же будет. Потому что я такой человек, я очень сложно привыкаю к чему-то новому. То есть я вот привыкла, мне так прям... Вот кажется, что хочется, вот чтобы то же самое было, но в плане там, как это должно выглядеть. Могу сказать, что мне нравится, как сделали. Я могу от себя, как от местной жительницы, дать хороший, положительный отзыв. Очень жду, когда включат фонтан, чтобы увидеть это все, потому что, например, раньше, давным-давным-давно, когда я там ходила еще в школу, иногда включали в праздничные дни фонтан, и такой вот шум был, а мне как раз около этого дома, вот где мы жили, мне там все слышно было, и мы бежали, такие радостные, довольные.
замечательный. Вот фонтан включили. Потом он очень много лет не работал. И вроде бы хотели вместо фонтана здесь сделать какой-то сухой фонтан. И я так расстроилась, я так переживала. Думаю, ну как же так? А потом, когда увидела, что будет фонтан, вот реально очень благодарна администрации, очень довольна, мне очень нравится. Скоро здесь все доделают, будет такая красотища. Спасибо огромное администрации Алушты за то, что услышали жителей города о том, что здесь нужен фонтан. Потому что на этот счет проводился соцопрос, и люди говорили, что фонтан в городе большой нужен. Меня зовут Настя, я местная жительница. Провожу соцопрос к Крымской весне. Как Крым, Алушта изменились при России? Ваш отзыв? Очень значительно изменилось. Поэтому отзывы самые положительные. Вы из какого города? Вы местный житель. Да. Тогда вы знаете, как было и что изменилось. Как вам площадь? Как? Соответствует Алуште. Очень хорошая. Красиво сделано. Но качество еще рано. Вот пройдет сезон, наверное, тогда будет качество видно. Будет что-нибудь или не будет. Имеется в виду, выдержит это все. Дожди, ветра. А так все замечательно. Архитектура нормальная. А есть ли какие-то замечания к Алуште для того, чтобы это исправили? Администрация смотрит и, возможно, решают какие-то проблемы? Ну, в целом, наоборот, можно сказать, что достаточно положительный результат, так сказать, вот, нововведений дороги, инфраструктура, да, коммуникации. Достаточно убедительно, так сказать, администрация работает. Но есть моменты, может, кому-то важно, а кому-то не очень. Но это все решаемое, я так думаю. Рано или поздно решится. Все пока в положительном направлении. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Настя. Я провожу соцопрос, как Крым изменился вот за 10 лет, празднику Крымской весны. Вы могли бы сказать? Мы не местные. Ну, видите город, нравится ли вам? Или какие-то минусы, может быть, есть? Очень хорошо. Весны, если можно, дайте ваш отзыв. Да, ваш отзыв. Изменился вот что? Ну, что-то построили, отремонтировали, красиво стало. Ну, ничего плохого сказать не можем. Хорошее можно. Спасибо большое. Yeah. Провожу соцопрос к 10-летию Крымской весны. Вы могли бы дать отзыв, как Алушта изменилась за эти 10 лет? Ой, а если мы не алуштинские? Ну, все же, как приезжие. Вам город, как вам Алушта? Ну, сейчас серо. Ну, из-за погоды. Во время солнца не видели, к сожалению, поэтому ничего сказать не можем. Ладно, ну пусть будет солнышко у вас. Ну, весны. Как Алушта изменилась при России? В какой... лучшую сторону, на 100%. Спасибо. С наступающим праздником Крымской весны. Провожу соцопрос, как Алушта изменилась при России. Можете дать свой отзыв, пожалуйста. Хорошо, поменялось, все красиво, все хорошо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, местная жительница. Крымской весне к празднику провожу соцопрос, как изменилась Алушта при России, как Крым изменился. Можете дать свой отзыв? Обалденно. Вы из какого Обалденно. Города? С Израиля. Все хорошо у вас? Да. Хорошо изменилось или есть какие-то замечания, может быть? Нет, замечаний как раз нет. Очень хорошо изменилось, очень красиво стало. Красиво цветы посадили. Молодцы, еще, мне кажется, так не было красиво в городе. Спасибо. Спасибо. Ты меня кофе угостишь? Ваш кофе готов. Спасибо большое. От нашей подписчицы здесь оставлены кружечки. Это все поедет к ребятам к 23 февраля. Огромное спасибо всем за помощь. Также мы передаем полотенечки, уже ранее забрали. Большое спасибо. Еще подписчица заказала вот такую кружечку для ребят. Большое спасибо всем за помощь. Изменилось при России, нравится ли вам курорт? Мы, к сожалению, не местные. Ну, как немножко не отсюда, поэтому не знаем, как. А из какого города? Особо. Симферополь. Тогда вы крымчане. Ну, крымчане. Как Крым изменился за эти 10 лет? Ой, по-разному. Очень по-разному изменился. Ну, лучше у нас построено. Таврида, что хорошо. Но есть и всякие приятные вещи. Чего больше, хорошего или плохого? Хорошего, наверное. Чего вам конкретно, вот как молодежи, не хватает? Ой, сложный вопрос. Сложный вопрос, да. Жилья доступного. Как молодежи не хватает. Вот взять нормально. Сейчас был промежуток, когда ипотеку можно было взять еще более-менее нормально, а сейчас кошмар. Ну, есть на строительство дома, я узнавала, по-моему, 5 или 6, есть да? Есть разные, но я вам скажу...
Есть поддержка? Детей нет у вас пока? Мат-капитал, пособие. На детей очень хорошая поддержка. Может быть, такой вариант рассмотрите. Ну, это вначале все равно нужно жилье, а потом уже дети. Все было где. Сейчас по-разному. Вот опять же собаки какие-нибудь, как они. Пусть у вас все получится так, как вы запланировали. Спасибо большое. Всего доброго. Как Крым, да, как Крым, как Алушта изменились за эти 10 лет. Крымская весна 10 лет. Просто шикарно. Просто шикарно. Это небо и земля. Если бы в Украине все деньги шли туда, в это самое, в Киев, в этом самом, все санатории оставались после этого окончания курортного сезона, просто вытягивали все деньги и это самое. Сюда ничего не оставалось. Инфраструктура была на таком позорном состоянии, что вообще было ни дорог не было, ни это самое. Сейчас вот за 10 лет это просто небо и земля. Везде тротуары, везде чистота идеальная, мусорные баки все поменены, летом никаких ни мух, ничего нету. Столько озеленения такое везде вообще. Вот просто идешь и радуешься. Поэтому спасибо России. Все мы как славяне, все мы братья, все мы как бы одно солнце светит, одно у нас море вот это вот ублажает. Поэтому хочу, чтобы был мир, и давайте без всяких войн, без всего уважать друг друга, какой бы ты национальности ни был. Если вы нас потеряли, подписывайтесь в Телеграмме. Там вся актуальная информация, мы там ежедневно. На Ютубе самая малая часть того, что есть в Телеграме. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Напишите свой комментарий, какие мысли у вас были, когда Крым стал Россией, тогда 10 лет назад. Крым изменился за эти 10 лет. Очень-очень хорошо, очень чисто. Не сравните, что было раньше. Красота неимоверная. Мне так нравится. Все нравится. Ну, просто наша мэр, я считаю, молодец. Молодец. Все очень хорошо. Вот. Спасибо большое. Здравствуйте. Да, очень сильно изменился. Просто вообще в лучшую сторону, до неузнаваемости. Так что никого не слушайте, приезжайте. Крым просто прекрасен, великолепен. Это я перед этим был в Европе, хочу сказать, мы уже далеко впереди Европы. И по чистоте, и по качеству дорог. Так что всем привет. Спасибо большое. Всем привет, семейка. Алексей, как всегда. Но я в этот раз налегке. Как настроение?